his name is Tigger. Всем привет, с вами Игорёк, и наконец-то долгожданная раздача от сайта Humble Bundle. И раздают они игрушку под названием Lego Hobbit. Значит, давайте глянем, что это за игрушка вообще. Вышла игрушка в 2014 году, на данный момент на нее проходит скидка, и она стоит, как видите, 100 рублей. Значит, здесь есть для одного игрока режим, карточек, к сожалению, нету. Все как обычно, переходим на сайт, ссылочка будет в описании. Далее нужно пройти регистрацию, либо залогиниться. Проделываем все эти действия, вот, и нажимаем здесь на вот эту кнопку Get the Game. Нас перебрасывают, значит, вниз, здесь снова нажимаем на кнопку. И также раздача не вечная, проходит она двое суток, и ключ нужно активировать в течение 15 суток, иначе он потом станет невалидным. Итак, здесь нам пишут спасибо, что купили, отправляют нам на почту, но можно не заходя на почту ввести, значит, ключ. Нажимаем здесь на нашу почту, кейс, у нас появляется здесь Lego The Hobbit, значит, жмем на вот эту кнопочку, и у нас появляется ключ. Копируем, переходим в Steam, активируем. И вот мы активировали Lego Hobbit. Возможно, даже поиграю. Не играл еще ни в одну игру Lego. Кто играл, то расскажите, что там да как. Ну, а на этом, в принципе, все. Если вам понравился данный ролик, то не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. С вами был Игорёк. Всем пока.